пакет законопроектов, который предлагает оппозиционный блок «Справедливость и защита», это реальная возможность выведения экономики Украины из кризиса, в который она попала из-за непрофессионализма действующей власти. Народ устал, народ возмущен, но оппозиционному блоку не нужны бунты ради бунтов, не нужны революции ради революций. Нам не нужна просто смена одной власти войны, партии войны на другую партию войны. Мы идем абсолютно демократическим путем. Мы идем путем объединения гражданского общества вокруг единой цели. Единая цель – это будущее нашей страны и будущее наших детей. Давайте посмотрим на цифры. За последние 2,5 года падение промышленного производства 21%. 21%. Днепропетровщина – один из ведущих промышленных регионов. У нас закрываются предприятия, у нас растет безработица, у нас падает социальная защищенность наших граждан, наших пенсионеров. А власть в это время пытается манипулировать цифрами бюджета, цифрами социальных субсидий и процентами налоговыми. Не такой путь должен быть. Оппозиционный блок предлагает свою программу, и программа абсолютно векторная. Есть социальный блок, есть пенсионный блок, есть индустриальный или промышленный блок и, конечно же, блок законов, которые могут дать возможность в Украине закончить войну. И каков же ответ власти? Это репрессии, это политическое преследование, это абсолютно необоснованные уголовные дела и беспрецедентное давление на оппозицию. Украина должна объединиться вокруг развития, а не вокруг тотальной ксенофобии.